bėgu be ryšio, bet nesavo. Dabar galbūt nieko naujo ir nepasakysiu per daug, bet pažiūrėkit, dabar kalbame apie konkurenciją, apie atsipirks, neatsipirks. Va dabar tik va dabar turėjom, dar ir turim atominę elektrinę, kur sako uždaryta, bet neuždaryta, galbūt ten vienas blokas, kitas reaktorius dar yra karštas, todėl kad nėra saugyklos, nėra to kasiečių kur dėti. Tai čia labai greit pamirštama. Bet nekalbame paprastą žmogų, kad ir buvo veikinti. Paprastas žmogus Lietuvos gyventojas. Ar jis galėjęs? Aš nežinau. И понятно, что разговор о том, Дмитрий Медведев будет временно занимать этот пост и так далее, на самом деле не имеет особо никакого основания. Под этим утверждением, это утверждение противоречит логике кадровой политики Владимира Путина. Если он назначает премьером человека, то этот премьер занимает пост чуть ли не весь президентский срок. Поэтому я думаю, что с этим придется действительно жить в дальнейшем. И вот теперь, разбираясь по персоналиям, очень важно будет понимать, с какой командой Дмитрий Медведев пришел в Белый дом. Извините, в дом на Краснопресненской набережной. Очень важный будет состав, процентный состав людей, которые ориентируются четко на Путина, и людей, которые ориентированы четко на Дмитрия Медведева. А народу это ясно, кто на кого ориентирован? Я боюсь, что...